Многие дети называют их вторыми мамами, и это неспроста. Воспитатели часто помогают малышам раскрыть таланты, прививают им любовь к окружающему миру, становятся их первыми помощниками. А вот и они, прекрасные участницы конкурса, представляющие 11 дошкольных учреждений нашего района. Зал настолько тепло и дружно встречает конкурсанток, как будто каждая из них уже победительница. Для своего детского сада уж точно. По традиции сначала ведущие проводят разминку, с которой все конкурсантки блестяще справились. Вот главное в саде, спросят друзья, а понапрасну слова не тратили. Пусть создан был садик для наших ребят, но начинается он с воспитателя. Перед началом конкурсной программы все участницы получили добрые напутствия. Дошкольный педагог – это всегда очень волнительно. Это всегда очень значимо для самих конкурсантов. Разрешите мне поздравить вас всех и наших очаровательнейших конкурсантов с этим днем. Претенденток на звание лучшего дошкольного педагога познакомились с членами жюри, число которых вошла и прошлогодняя победительница Ольга Крамина. По сложившейся традиции конкурс проходит в три этапа. Сначала участницы предлагают вниманию жюри творческую самопрезентацию, демонстрируют инновационные подходы к организации учебной деятельности. 5 участниц, набравших наибольшее количество баллов, будут объявлены финалистками первого тура и допущены ко второму. Здесь им предстоит показать мастер-класс. Лучших объявят лауреатами и пригласят в третий этап на круглый стол с членами жюри. Тот, кто займет первое место по итогам голосования экспертов, и будет объявлен победителем конкурса «Дошкольный педагог района 2017». Этот конкурс дает осознание того, что наша профессия воспитателя все-таки очень важна, очень нужна. Подготовка проходила очень бурно. У нас 2 корпуса детского сада, все вместе принимали участие. Все сотрудники старались. Каждая конкурсантка проявила на сцене незаурядный креатив, показала свои вокальные и профессиональные способности. Педагоги перевоплощались из одного образа в другой за считанные секунды. Состязание получилось ярким и увлекательным. Участницам удалось создать атмосферу доброты и тепла, показать свою преданность детству, которое, к сожалению, проходит очень быстро. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».